На сцене культурно-досугового центра «Чистовский» разнообразие творческих номеров. Здесь выступают участники конкурса популярной музыки «Аплодисменты» и «Браво». И, конечно же, наш потенциал – это люди, творческие люди. Сегодня собрались здесь из Одинцовского округа, из Краснознаменска, из города Химки, вокалисты и танцевальные коллективы. Главная тема конкурса – композиторы Советского Союза и России. Более 100 человек продемонстрировали свой талант профессиональному жюри, которое оценивало их по двум номинациям – вокал и хореография. Международный день культуры как-то нам отмечать. Я думаю, что мы будем ежегодно его проводить, так как день работника культуры отмечается в России 25 марта, то я думаю, 15 апреля весна как раз связана с творчеством. Принять участие могли конкурсанты в возрасте от 15 до 80 лет. Артистичность и индивидуальность – одни из главных критериев, на которые обращали внимание члены жюри. После выступления организаторы вручили всем участникам подарки, памятные сувениры и дипломы. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».